прошла неделя после пересадки помидорчиков, и они у меня уже начинают цвести. Здесь вот заложили бутоны, уже расцветают. На том кустике уже есть бутончики. Тут. И здесь уже начинают цвести. На маленьких пока что еще закладки бутонов я не вижу, но они хорошенько набирают в росте уже. И им вроде как нравится здесь расти. Сегодня 13 февраля. Уже почти 2 месяца, как были посажены эти помидорчики. Посмотрите, уже самый маленький начал тоже активно расти. Даже начинает уже там закладывать бутоны. А остальные кустики уже вовсю начинают цвести. Для хорошего запыления я каждое утро их вот так вот постукиваю. Каждый кустик. Для того, чтобы они еще и дополнительно переопылились. Так вот выглядят кисточки с бутонами. Уже практически все цветут бутончики. Вот там вот начинают новенькие формироваться. Посмотрим, как они дальше будут себя чувствовать. Здесь вот тоже уже они цветут. А вот на этом кустике уже один бутончик отцвел. Вот этот вот. И мне кажется, что скоро здесь появится томатик. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Немножко об уходе за моими томатиками. Я их поливаю вот таким вот удобрением раз в 10 дней. Или проливаю вот такими вот хилатами. А также после каждого полива я вот палочкой обычной для суши рыхлю им землю. Для того, чтобы корни тоже дышали. И земля, чтобы не уплотнялась. И чтобы растения хорошо развивались. Два месяца моим помидоркам. Балконное чудо. Посмотрите, уже они отцвели. Начали завязывать томатики. На этом кустике тоже вот цветочки. И уже видно, как завязываются томатики. И вот здесь вот уже какой большой. Скоро будет уже, наверное, или краснеть, или желтеть. Я просто перепутала, какие из них, какие были посажены. Здесь вот как они цветут красиво. И томатики завязываются. На этом кусте уже тоже начинает цвести. Этот помидорчик позднее начинает цвести, поэтому у него только бутоны. А самый маленький, который у нас был, вот так вот уже тоже подрос и продолжает развиваться. Вот такие результаты спустя 2 месяца после посадки томатика. Мне они очень нравятся, эти результаты. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал и всем пока!